zepchnij się, czy będzie świetno włączono? Na włączyce? Szuka czegoś na konferencji. Dzień dobry, witam na kolejnej konferencji prasowej. Tym razem są z nami przedstawiciele klubu gościa, Króli Popójs, trener Michała Próbaczów, zawodnik Dariusz Jan Kauskas oraz pani Bożena, która pomoże nam w tłumaczeniu. Najpierw poprosimy o wypowiedź pana trenera. Сначала попросим, чтобы тренер сказал несколько слов. Добрый вечер. Ну что говорить, мы приехали после тяжелой домашней игры, после очень тяжелого в моральном плане поражения. Добрый вечер, мы приехали по трудной игре, по трудной домовой игре, по проигранной. Естественно, для нас эта игра будет очень важная. Мы ни в коем случае не снимаем с себя поставленную задачу, выход в следующий круг соревнований. Ясно, для нас эта игра будет очень трудная, и мы, напевно, не ставим себе на цель, чтобы выиграть и чтобы пройти следующий этап. Мы прекрасно понимаем, с кем мы играем. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что мы хотим. Мы очень хорошо знаем, с кем мы играем, но мы также очень хорошо знаем, какие у нас наши цели и что мы хотим. Я верю в наших футболистов, я верю в наш коллектив и считаю, что мы не только окажем достойное сопротивление команде «Яголония», но и сможем обыграть ее. Я очень хорошо верю в наших футболистов, очень хорошо верю в нашу дружину и мам надеюсь, что нам все удастся не только сделать трудную игру для дружины Ягелония, но и даже постараться о том, чтобы выиграть. Надеюсь, завтра все увидят очень интересный, комбинационный и захватывающий поединок. Мам надеюсь, что завтра каждый из вас увидит интересную игру. Ciekawy pojedynek, który zostawił dużo wrażeń. No proszę, jest, jest. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy o wypowiedź. Proszę, pana trenera Pożoczy. Kaip ir treneris minėjo, mums šios varžybos yra labai svarbios. Žinome jų kainą, kaip viskas yra. Tak jak trener mówił, ta gra jest dla nas bardzo ważna, znamy ją cenę. Atvykome čia su dideliais tikslais, esame pasiruošę ir fiziškai, ir morališkai, keliame savo uždavinius išeiti į kitą etapą. Prijechaliśmy tutaj z celem, chcemy przejść kolejny etap i będziemy starali się, żeby wygrać. Rytoj tikimės teigiamo rezultato ir tikimės gerų varžybų. Mamy nadzieję, że jutro będzie rezultat pozytywny w naszą stronę i że gra będzie zachęcająca. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Nie ma. Trenerze, jak zareagowała drużyna na ostatnim spotkaniu? Bo z perspektywy całego meczu nie było widać jakichś szczególnych różnic, natomiast bramka strzelona w zasadzie taki buzzer-beater koszykarski, w zasadzie padła bramka i sędzia od razu skończył spotkanie. Ciężko było podbierać chłopaków po tej porażce? Как игроки отреагировали на последнюю игру, было, конечно, видно, что они играют как бы наравне, но в последнее время удалось забить гол. И как вам удалось собрать игроков в одно целое, и вот чтобы они собрались к этой игре? Ну, если честно, мне было очень тяжело это сделать, то, о чем вы сказали. И, так направо, для меня было трудно забрать пикажи в одно целое. Потому что я проработал с ними до первой игры 5 дней. Я с ними працевала до первой игры, до первой только 5 дней. И сейчас эту неделю. И сейчас додатково целый день. Но меня очень радует,
отношение футболистов, профессиональное отношение к своему делу. Мне очень нравится стосунок пилкажи до того, что они делают, до этого дела. Я рад, что они слышат меня. Я очень чешусь, что они меня слышат. И я рад, что они начали воспринимать мою философию футбола. И чешусь, что они принимают мою философию пилки ножной. Вы прекрасно понимаете, что нужно время для того, чтобы они приспособились к моим методикам. Они у меня необычные. Очень хорошо понимаем, что пилкаши должны себя стосовать до моей методики, до моей методики пилки ножной, которая не есть такая стандартная. Они должны осознать то, что я им доложу, а все новое, оно воспринимается очень тяжело сначала. Поэтому я очень рад, что мы как бы опережаем по времени вот этот момент притирания тренера и игроков. Они могут понять то, что я от них помогаю, то, что они просят, и очень счастлива, что им все это удается. И ма повстать та такая сграна, чили тренер и пилкаш сграна. Взаимодействие, да. Взаимоотношения, споразумение, да. И я поэтому и сказал в начале, что я очень верю в своих футболистов, потому что я действительно в них верю, потому что я вижу, что мы находимся на одной волне, и мы можем решить любую задачу, поставленную перед нами. Я еще на початку сказал, что верю в своих пилкажей, и верю в их силы, и могу сказать смело, что можем осуществить те цели, которые я себе поставила. Удовлетворил я вас? Но? Mam takie pytanie, na konferencji prasowej przed poprzednim meczem trener mówił, że doskonale zdaje sobie sprawę z kim grać. Czy po tych pierwszych 93 w zasadzie minutach, czy Jagiellonia czymś zaskoczyła trenera i Państwu drużyny? Перед этим вы говорили, что вы очень хорошо знаете команду, с которой будете играть. Но после этих 93 минут, которые вам удалось вместе с ними играть, или эта команда чем-то вас удивила? Ну, трудно сказать. Особо они ничем не удивили. В принципе, то, что у меня была информация о них, я в этом убедился. Трудно сказать, что что-то новое показали, чили та информация, которая имела в дружине, убедился, что она просто она себя справдила и была права. И меня порадовали, честно говоря, действия Константина Васильева, с которым мы поработали в Амкаре. Я увидел, что у него также хороший уровень игры, и Костя очень прилично выглядел на своем уровне. Я считаю, Ягеллония в его лице приобрела очень хорошего игрока. Мне очень очень понравилось работать с Константином Васильевым, и упомянула, что он тоже с добрым тренером, что очень хорошо чувствует дружину, и хорошо себе очень справился. Естественно, что-то мы увидели новое в действиях команды Ягеллония. Взяли на вооружение, и думаю, что этот раз немножко усложним им задачу легкого прохождения нас. Ясно, забачили мы то, что они могут, чили некоторые вещи себе взяли под увагу и постараемся сейчас просто сделать так, чтобы не так легко было бы с ним себе поработать. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie ma. Dzień tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.